правительстве страны утвердили правила о выдаче субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми. Предполагается субсидирование ставки до уровня 6%. Ставка будет низкой в течение 3 или 5 лет при рождении 2 или 3 ребенка у заемщиков в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022. Условия действуют для семей, которые возьмут в это время кредит на покупку жилья на первичном рынке или решат рефинансировать действующий ипотечный займ. Ожидается, что решение позволит выдать данным категориям граждан до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.